talking to you. Okay, we're here with Arkady, who is the head of the Nikolaev Red Cross. He joined Red Cross and took over on the first day of the war. He was previously a businessman and volunteered straight away on the first day of the war. Nikolaev here, if you haven't heard, is probably one of the hottest spots in all of Ukraine at the moment. The Russian rockets come in every night. They target, unfortunately, civilian buildings, everyone. It's indiscriminate. So these guys provide a huge amount of support to the wounded, to the people who are homeless. It's an incredible job that Arkady does. So what I'd like to do is maybe ask Arkady a little bit to tell us about what's happening here, and we'll do the subtitles at the bottom. So, сначала спасибо вам огромное, что вы делаете. Это очень важно, и я очень рад, что мы можем помогать. Первый вопрос. Ну как здесь Николай? Что случится каждый день, каждую ночь, и почему нам нужно помогать больше ваша работа? Николаев сейчас стал городом на границе войны. Ближайшая линия военного соприкосновения 27 километров отсюда. Это означает, что по части города можно легко достать обыкновенными пушками. Что они и делают. Да? То есть какая-то часть города находится под обстрелами просто пушками, пушечной артиллерией. Но это не самая большая проблема, потому что все-таки степень поражения пушкой, она относительно ограничена. Николаев каждую ночь обстреливается ракетами. Ну вот, да, наверное, будешь переводить по кусочкам, да, то, что я говорю? Или нет, потом переводим. Хорошо. Ракетами, которые принципиально можно разделить на два класса. Одни ракеты, это ракеты, которые так называемые смерчи. Это ракеты, которые в процессе взрыва разбрасывают сотни тысяч маленьких кусков металла, которые в итоге поражают все вокруг себя, в основном рассчитанные на массовую гибель людей. Потому что это как стрельба из большого пулемета, очень большого пулемета, да, и одновременно много. И, конечно же, это крылатые ракеты, которые просто разрушают город, разрушают здания, потому что это большие мощные заряды. Вот каждую ночь, включая сегодняшнюю, по Николаеву происходят вот такие вот обстрелы. Это было и сегодня ночью. Поэтому, ну, что происходит в городе, это постоянные обстрелы. Но так как Красный Крест – это не город, это вся Николаевская область, я руковожу оперативным штабом Красного Креста Николаевской области, то нас интересуют все наши пригороды. Да? Область большая, в ней живет около 1 миллиона человек сегодня. И вот, например, сегодня с утра российский бомбардировщик, самолет, мы пока не знаем, что это было, это могла быть ракета или могла быть бомба, скорее ракета, выпустил ракету в Вознесенский Николаевской области, это вот Николаев, вот здесь находится Вознесенск, вот, да, вот он залетел с территории оккупированного Крыма, и вот здесь в Вознесенске выпустил ракету, попал в пятиэтажный дом, дом полностью уничтожен, большое количество, к сожалению, людей погибло. Рядом нет военных инфраструктуры, нет воинских частей, есть просто частные дома и стоит пятиэтажный дом. Они просто хотят убить. Они просто убивают людей, и сейчас туда вот я дождался вас, а наша бригада уже работает там, туда сразу повезли гуманитарную помощь, туда сразу уехали наши специалисты-парамедики. Основная наша задача в том, чтобы быть первыми, помогать, вытаскивать людей, оказывать помощь государственным службам, потому что они, конечно, с таким количеством проблем справиться, ну, все сразу не могут. Ну, вот так. So this is the reality in Nikolaev. You know, the support here is needed because it's indiscriminate rockets and bombs coming into the city, into the whole region, not just the city, and these guys have to deal with it. Расскажите, пожалуйста, что
Что вы делаете? Так, это медицинские помощи? Это, как, что у нас очень большой спектр. Я недавно попытался систематизировать и увидел 31 активность, то есть 31 вид деятельности, которые сегодня мы проводим. То есть это действительно много. Но я попытаюсь сейчас перечислить, да, то есть мы оказываем медицинскую помощь. Как парамедики. Я сам парамедик, на мне костюм парамедика, и я передвигаюсь по городу только на машине скорой помощи, потому что в любой момент времени, если приходит вызов, я выезжаю. Я с начала войны еще ни разу, никто никогда с начала войны меня не видел ни в этой одежде. Да. Я другой одежды с начала войны не носил. Бизнесмен. Нет у меня одежды, у меня всегда она одна и та же. Окей, это медицина быстрая, да, у нас существует своя медицина, у нас есть свой медицинский центр, куда приходят люди, которые беженцы из районов, то есть к нам в Николаев много людей приехало из районов, беженцы, и так как у нас устроена, была сделана медицинская реформа, и раньше, то есть до войны, каждый человек там, где он находился, у него был семейный врач. Сейчас, когда эти села уничтожили, врачи уехали, они приехали сюда как беженцы, мы стали для них медициной. У нас есть отдельный медицинский центр, где находятся врачи, сертифицированные врачи, которые постоянно проводят прием. У нас существует, мы занимаемся производством и развозом по Николаеву питьевой воды. Потому что в Николаеве уже на протяжении 4 месяц воды нет питьевой. И всю нет питьевую воды. Воду доставляют сюда. Вот полный область? Или город, только или город это? Николаев. Вот только в пределах нашего города. Потому что водопровод, который шел сюда, он запитывался из Днепра в Херсоне. Они взорвали водопровод, вода перестала идти. Поэтому питьевую воду в Николаеве, в том числе делаем и мы. У нас есть свое производство. Свои 10 центров выдачи мы каждый день в город выдаем около 100 тысяч литров воды. Каждый день. Вот сегодня, каждый день. Вот здесь одна из точек прямо рядышком. Их всего 10. То есть задача дать людям воду. То есть производство воды, развоз воды, раздача воды. Это тоже наша работа. После каждого падения, каждое падение ракеты, туда выезжают наши работники, кроме медицины, еще и оперативной службы. Ну, скорая помощь. Вот не скорая помощь, оперативная служба, ее работа в том, чтобы, когда уже отработала скорая помощь, когда мы все сделали, люди остаются в разбитых домах, ну, уже им не нужна скорая медицинская помощь, но у них разбиты дома, им нужно помогать, их надо увозить. Им надо метки держит, да, ракеты их... уже. Да, их надо увозить, им надо оказывать гуманитарную поддержку. Этим занимаемся мы. Вот я сегодня с утра двоих на своей скорой получил вызов, и двоих людей, вот бабушек из разбитых домов, я вывозил, увозил, потому что они сами передвигаться не могут. Вот эта оперативная работа тоже на нас, как равная работа по восстановлению там, где это возможно. То есть там, где нужно поправить крышу, там, где надо выбиты стекла, мы ставим фанеры, из фанеры вот эти вот, ну, из плиты закрываем окна. Да, этим тоже занимаемся мы, и то же самое делаем для больниц. То есть у нас также есть разрушение больниц, и тоже наша задача им помогать. У нас по городу мы ежедневно раздаем около, ну, наверное, 1500 в день, ну, окей, может быть, 1500, нет, 1200 в день мы раздаем продовольственных наборов всем, ну, у нас есть группы, это инвалиды, это благодетные матери, это те, кто воспитывают детей без полной семьи, мы раздаем гуманитарную помощь. Каждый день 1500 человек, где-то в месяц мы раздаем около 300 приблизительно тонн гуманитарных грузов в области. Это тоже за нами. У нас есть программа поддержки животных. То есть у нас есть владельцы животных, у нас есть центры, мы выдаем пищу для животных. У нас есть отдельная программа, которая связана с детьми. Любой ребенок, вне зависимости от того, есть ли какие-то проблемы в семье или нет, каждый ребенок возрастом до 4 лет
получает от нас помощь в виде еды, памперсов, каш, все, что нужно ребенку, ему дает Красный Крест. Для этого у нас по области действуют 11 центров выдачи этой помощи, это отдельные сооружения, да, которые есть. Ежесуточно мы раздаем еды, горячую еду, это тоже наша активность, 1500 человек каждый день мы кормим горячей едой. У нас есть собственный гериатрический центр, дом престарелых, ну, говоря медицинским языком, гериатрический центр, в котором сегодня находится 62 человека. Это те беженцы, которые не могут находиться в обычных центрах эвакуации. Эти 62 человека у нас на нашем полном обеспечении. Вот прямо сейчас, в эту минуту. И уже на протяжении там нескольких месяцев. Это мы их полностью обеспечиваем медициной, мы их кормим. Ну, к сожалению, мы их и хороним, когда они умирают, потому что родственников у них нет. А у нас действует в Николаеве 4 центра эвакуации для людей, которые могут передвигаться. Сейчас вот людей у нас там 550 человек, которые полностью находятся в этих центрах, их там кормят, там медицина, они там живут как в доме. 550 человек в 4 центрах, мы полностью занимаемся их обеспечением. Ну, господи, что еще? Мы обучаем первой медицинской помощи, да, как специалисты мы проводим обучение населения. Мы эвакуируем людей достаточно активно из сел. Сейчас довольно долгое время линия войны стоит на месте, поэтому вот прямо сейчас эта ситуация стабилизировалась. Когда она двигалась, да, когда шло наступление или отступление, активно нашла эта война, мы вывозили в день, ну, больше 100 человек, живых и мертвых. То есть это тоже на нас. Красный Крест вывозит и живых, и мертвых. Это тоже наша активность. Мы еженедельно вывозим из Николаева людей в внешней эвакуации. С нашими европейскими партнерами приходят автобусы. У нас работает свой колл-центр. Мы собираем автобусы и отправляем людей в эвакуацию. Всего из Николаевской области мы вывезли уже около 35 тысяч человек. Ну, можно еще рассказывать, мы оказываем помощь в медицине, да, военным, да. Мы помогаем военным в плане медицины. Как Красный Крест мы не имеем права поддерживать военных, потому что это связано с войной. Как Красный Крест мы не можем, да. Но мы можем быть с ними в медицине, мы оказываем поддержку в медицине. На zero позиции. Да, конечно, конечно. Да, мы перевозим, мы осуществляем активную перевозку раненых. Это достаточно большая позиция у нас. У нас есть наши проекты, связанные с юридической поддержкой тех, кто остался без паспортов, без документов, потому что многие убегали, документов нет, они не могут оформить помощь, потому что пока нет документов. Мы помогаем им. Ну, я говорю, это можно, это я уже... могу сидеть и тут рассказывать, да, долго. Да. Да, достаточно много мы делаем, это правда. I think you can say what and why we want to and have helped Arkady and the Red Cross here. They're in one of the hottest spots, we're in one of the hottest spots in Ukraine at the moment. They're the safety net. You know, when your house has been blown up, these are the guys that come and help you. We've donated a 8-seater bus for evacuations, an ambulance, and some other, you know, items, defibrillators, things like that to help these guys. But they need much more. This is an organization that was very small before February 24th, now is very large, and the work is absolutely huge. So, first of all, you know, this is why we're here. These are the people who are the real heroes, and we're doing what we can, and that's why we'd like to get some more donations to be able to help Arkady to come back here and deliver him more of what he needs. So any help and any support, you've heard it from the man, you've heard the stories, this is where the help is going, and it is making, as you can see, a huge difference. So please donate. This is as close as you can get to directly helping the situation in Ukraine. We'd love your support. Thank you. One quick question. Как лучше еще продолжать помогать
Красный Крест здесь у вас. Что вам больше надо? Вы знаете, сегодня, наверное, наибольшая помощь, я скажу, что для нас сегодня стала такая новая проблема, новый вызов. Дело в том, что мы уже на протяжении долгих 6 месяцев здесь находимся. Но я бизнесмен, да, я оставил бизнес, пришел на войну, потому что, ну, война, какой бизнес? Очень много людей сегодня, которые находятся здесь, они абсолютно добровольно помогают. Однако это люди, которые, к сожалению, большому, ну, они как-то должны жить. В большинстве случаев, к сожалению, здесь в Николаеве работы уже нет. И эти люди, по сути, находятся здесь, работая совершенно бесплатно уже полгода. Тем не менее, у них, ну, есть какие-то затраты. К сожалению, большому сегодня, по крайней мере, пока, это для нас одна из основных проблем, потому что мы, как можем, стараемся их поддерживать, но мы имеем гуманитарную помощь, но, конечно же, они получают гуманитарную поддержку. Я говорю о еде, я говорю о воде. Понятно, но одной едой и одной водой человек не может жить. Поэтому для нас сегодня есть эта проблема, и мы уже об ней говорим, да, о том, что мы сегодня очень нуждаемся в поддержке наших волонтеров. Потому что все, что я рассказал, да, руковожу этим во многом я, и не только я, но делают это десятки и сотни людей, которые это делают, но да, они любят свою страну, да, они делают все, что могут, все равно, но жить, им да. надо за что-то, им чем-то платить за это. Поэтому сегодня, в общем, для нас это, наверное, стало главной проблемой, потому что мы столкнулись с тем, что за полгода люди уже просто не могут это делать абсолютно. Нужно купить... Им, да. Поэтому, если говорить о том, в чем необходима поддержка, как это может неудивительно звучать, сегодня нужна поддержка волонтерам, которые ездят, достают, вытаскивают, потому что если мы не сможем удерживать это, то и активности начнут сокращаться. Мы замкнемся в офисе и сможем только то, что можем. Но тогда это не так масштабно. Ну, например, что надо? Like, сколько надо? Смотрите, ну, ситуация такая. На сегодняшний день в организации всего у нас находится где-то около 250 человек. В начале войны их было 700. 700. 7 сотен человек. Было 7, что 7. Да, 7 сотен. Да, сейчас их осталось 250. Но это нормально, потому что, конечно, мы, когда мы начинали, мы старались схватиться за все. Где-то это делали не оптимально, просто кидались большим количеством людей. Сейчас мы уже научились воевать и быть на войне, и быть рядом с войной, и мы оптимизировались. Но эти 250 человек, это уже тот минимум, за которым, ну, в общем-то говоря, дальше мы будем вынуждены с сокращением людей сокращать свою активность. То есть мы не сможем что-то делать меньше людей и окажется меньше активности. Это 250 человек. Ну, на самом деле, это вся цифра, которую я могу сказать. Все остальное, это 250 человек. Это те люди, которые здесь сейчас, работая, находятся, по сути, в основном 98% этих людей не получают никакого дохода, конечно, включая меня, но я бизнесмен, мне не нужны доходы. Но тут не так много бизнесменов. Ну, да. Я бы сказал, что их тут нет. Наверное, даже я один. Столько, сколько я мог поддерживать это, я, ну и до сих пор я стараюсь это делать. Но прошло 6 месяцев, и это много, и это много. То есть 700 когда-то, 250 сейчас, это много, это завод, это по сути завод, который работает и который необходимо поддерживать. Вот, наверное, в этом дело. Ну, спасибо, Акадий, это очень приятно быть здесь с вами и увидеть, что вы делаете. Вам огромное спасибо. Я скажу, что действительно мы достаточно много знаем о поддержке европейскими нашими партнерами, но об Австралии как о месте поддержки, ну, честно скажу, мы не думали. И мы очень приятно удивлены. Очень приятно. Спасибо.